Выходной, Ленни! На автобусной стоянке новый день. Ленни проснулась раньше, чем обычно. Увидимся позже. А? Что? Ленни! Ганни, я тебя разбудила. Ты поедешь на работу так рано? У меня сегодня выходной. И я думала немного прокатиться на природе. Ого, на природе! Это здорово! Что ж, мне пора. Удачи! Ленни счастливится. Эй, просыпайтесь, уже утро. Доброе утро. Доброе утро. А где Ленни? Ленни? У нее сегодня выходной, и она поехала подышать воздухом. Что? А? В такую рань? Куда она поехала? Я не знаю, она сказала на природу. Интересно, где же она? Очень любопытно. Ленни, он вот счастливится. Осталось немножечко. Это школьный автобус. Простите, что случилось? С моим двигателем что-то не так. Не могу ехать. Что же мне делать? Дети собирались на пикник. Что случилось? Я сломался. Что будем делать? Значит, у нас не будет пикника? Стойте, подождите, дети. Детишки очень расстроятся, если пикник отменится. Может, мне их подвезти? Но тогда я сама не смогу прокатиться. Я могу прокатиться и в другой раз. Лучше помогу бедным детишкам. Простите. Я могу подвезти детишек. Ты? Но как же твоя работа? Сегодня у меня выходной. Но разве тебе не хочется отдохнуть? Все в порядке. Ведь для детишек это особенный день. Что ж, если ты правда хочешь. Ну, конечно! Дети, боюсь, нашему любимому автобусу не здоровится. Но нас согласился подвезти другой добрый автобус. Да, правда? Да, скорее в автобус. Привет, дети! Я Ленни! Привет, Ленни! Забирайтесь осторожно, дети. Спасибо, Ленни. Не за что. Отправляемся. Спасибо, доброго пути. В этом месте всегда пробки. Привет, Кая. Привет, Тото. Должно быть, везет сломавшийся автобус в мастерскую. Интересно, куда же отправилась Ленни? Наверняка ей сейчас очень весело. Таю, посмотри-ка вперед. О, надо же! Нельзя мечтать, когда ты посреди дороги. Я просто задумался кое о чем. Это опасно. Иногда Ганни ведет себя совсем как взрослый. Ну ладно, Таю, до вечера. Пока, Ганни! О, это Ленни. Ленни, привет. Привет, Ганни. Почему ты все еще в городе? Ты же хотела отдохнуть на природе. Угу. Только мне пришлось изменить свои планы. Что случилось?
Школьный автобус сломался, и я решила подвезти детей. Щекотно! Дети, не рисуйте в автобусе. Ты замечательный автобус. Ну, я поехал. Пока! Пока! Фургон с мороженым! Фургон с мороженым! Дети, успокойтесь! Извини, Лэнни, ты не могла бы ненадолго остановиться. Конечно, запросто. Простите, а? Детям захотелось мороженого. Может, вы могли бы остановиться? А? А? Конечно. Ура, мороженое, мороженое! Осторожнее, дети, не упадите! Они обожают мороженое. Забирайтесь осторожно, по одному. Извини нас, Лэнни. О, нет. Ничего, я отмою дома. Мое мороженое! Мы купим еще чуть позже. Хватит плакать, залезай в автобус. Приключения Тайо. Приветствую вас. Лэнни должна быть сейчас веселиться. Что же она делает? Роги, а? Твои пассажиры ждут. Почему мы не едем? Почему мы едем? Простите, уже отправляемся. Роги, не стоит мечтать на остановках. Да, извини, в другой раз буду осторожней. Вот-вот, но мне надо ехать вперед. Бывает, что Ганни ведет себя как взрослый. Это панда! Ух ты! Подведем! Дети, но мы должны успеть на пикник! Подведем! Хорошо, хорошо! Подведем! Извините, а куда вы идете? До конца улицы! Могу я вас подвезти? Ой! Это не панда! Простите, вы не могли бы надеть голову только ради детей? Дети, а вот и панда! Большое спасибо, панда! До свидания, панда! Пока! Я уже так устала. Хана! О, привет, Тото. Еще один автобус сломался? Да. Спасибо. Ну, привет. Привет. Что случилось? Сам не знаю. Я хотел отвезти детей на пикник, и вдруг заглох двигатель. Понятно. Надо тебя осмотреть. Стоп. А где же дети? Славный маленький автобус согласился отвезти их за меня. Славный маленький автобус? Интересно, кто это? Приехали! Ух ты! Большое спасибо, Лэнни. Что вы, не стоит. До свидания, дети! Пока! Пока! Ох уж эти дети. Да ничего. Что ж, мне, пожалуй, пора ехать. Лэнни! Пока! Спасибо! До свидания, ребята! Еще увидимся! Пока!
подвезла детишек. Тайо, Роги. Привет, Ганни. О, я вижу, Лэнни еще не вернулась. Нет, не вернулась. Мы как раз ее дожидаемся. Да, мне не терпится услышать о ее прогулке. Да, я весь день размышлял о том, как она прошла. Всем привет! Вы все здесь! Лэнни, где ты сегодня была? Да, что ты делала? Скорее расскажи! Я не поехала гулять на природу. Я нашла себе дело еще лучше. Ты не согласен, Ганни? Что может быть интереснее прогулки? Что за дело? Это секрет. О, Ганни, ты знаешь, чем она занималась? Ну уже, расскажи. О, я тоже не знаю. Ну, пожалуйста, скажи. Хотя Лэнни не смогла отдохнуть на природе, она прекрасно провела время. Ведь помогать людям приятно, правда? Озвучено компанией «Лайлок».